Представить свои постановки в финале республиканского конкурса школьных спектаклей собрались ребята со всей Мордовии. Инициатива возрождения и воплощения в жизнь старой традиции принадлежит Министерству образования и Центру дополнительного образования детей. Первый этап конкурса стартовал в сентябре прошлого года. Свои работы участники представили на муниципальном этапе в дистанционном формате. Самое большое количество спектаклей – это сказки, конечно, да. То есть и начальное, и среднее звено большей частью своей брали именно сказки. У старших классов очень большой популярностью пользуются произведения Василий Теркин. Всего экспертами отсмотрено порядка 50 спектаклей. Лучшие из них прошли на региональный этап, где молодые актеры смогут продемонстрировать свои постановки уже очно. Мне очень нравится участвовать в этом, потому что ты получаешь новый опыт, новые эмоции, впечатления, и счастье, собственно, радость. Я очень рада. Творческие коллективы разделены на 4 возрастные категории. Особой популярностью конкурс пользуется у младших возрастных групп. Именно они показали свои постановки в первый день финала. Искренне дурачатся в хорошем смысле этого слова, куражатся, да, хотя нелепостей много, но эти нелепости очень милые, очень приятные, вот, и они вызывают в публике очень положительные эмоции, люди смеются, люди, как говорится, аплодируют, поэтому даже иногда какие-то их ошибки, нелепости вызывают гораздо большую реакцию, нежели как какие-то такие серьезные вещи. Показ постановок завершится 25 января. По итогам определят победителей в 5 номинациях. Дарья Баронина, Владимир Надькин, Народные новости.